Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Выполнение возвышенной жизненной миссии для носителей этого имени связано также со стремлением к духовному совершенству, к развитию своего внутреннего мира. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Они сами хозяева собственной судьбы. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Это альтруисты, гуманисты, а их доброта и любовь распространяется не только на ближайшее окружение, но и на весь мир. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.